Вайра начнет серийный выпуск ПК на базе российского процессора Baikal M. Компания Айру сообщила о скором начале серийного производства персональных компьютеров на российских процессорах Baikal M. Проект реализуется в сотрудничестве с отечественным разработчиком Baikal Electronics. Будет налажен выпуск настольных компьютеров небольшого форм-фактора, тонких клиентов и моноблоков начального уровня. Речь идет об устройствах семейств Apal и Agat. Так, в серию Apal войдут компактные системы и компьютеры формата MicroTower. Говорится о поддержке до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельных накопителей вместимостью до 1 ТБ и жестких дисков емкостью до 3 ТБ. Упомянута совместимость с операционными системами Astra Linux, Alt и RedOS, а также с отечественными средствами защиты данных WinEd, SafeBoot, PaxOBAL и другие. В свою очередь, Agat — это моноблоки с 23,8-дюймовым дисплеем формата Full HD. 1920 на 1080 пикселей. Они будут поставляться с пакетом предустановленных программ, включая российскую операционную систему Astra Linux Special Edition, российский пакет офисных приложений Мой Офис, интернет-браузер, приложение для работы с электронной почтой, средства защиты и другое ПО, необходимое для полноценной работы государственных служащих. Технические характеристики аналогичны устройствам серии Apal. Стоит отметить, что процессор Baikal M содержит 8 вычислительных ядер ARM Cortex-A57, 8-ядерный графический ускоритель MOLE-T628. ПК Apal и моноблоки Agat оснащаются ПО только из реестра Минкомсвязи. Имеют заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.